Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за модного капибара Квина и пройдемся по тем неожиданным вещам, которые сегодня завезли разработчики. Ну, наверное, начнем с магазинчика. Я, правда, надеюсь, что я все не забуду. Вот, X100 цены, в общем, да, разработчики, выжили из себя все, что могли, всю свою щедрость. Выжили прям, я не знаю, там, с помощью пресса и выдавили вот. Это, скорее всего, на все, что они смогли. Ну, может быть, будет еще что-то, но я что-то в этом не уверен. Давайте же, ребятки, получим эту специальную невероятную награду. Смотрите, сколько алмазиков, а? Целый бассейн в алмазах, гемах, но 230 штучек, да. Ну, у кого одного гема нету, тому сочувствую. Ну и все. Ну вот, да. Как-то так, ребятки. Залутали мы 200... Сколько там гемов было. Ну, да. А тут за 120 можно жетон докупить на акулу. Очень крутая акция, конечно же. Больше в магазине особо ничего нету. Поэтому мы про магазин забываем. Идем в сообщение, да? Например, как мы в сообщение зайдем. Вот, вот такая вот акция небольшая. Загадка с Лимамакс. Скорее всего, вы в ней... Ну, кто хотел уже поучаствовал, кто... Ну, потому что другие уже не успеют. В общем, там в чем суть. Там дается какая-то супер награда, и вам нужно, видите, вот там смайлики, да, но тут плохо видно. Может, я залью сейчас скриншотик, и вы увидите как бы получше. Нужно было сосчитать все смайлики и заполнить форму, где нужно было ответить количество правильных смайликов. И тот, кто первый ответит, ну, кто первый успеет, ясно дело, тот получит, как бы, какую-то там, какую-то награду. Очень круто, вроде бы там даже персонажа на выбор можно было получить, плюс бонусы какие-то, прям очень крутая награда. Ну, опять же, не для всех, ну, а как же для всех сделать, да? Ладно. Помимо этого, еще завезли X2 жетоны в сундуки. Правда, показать не на чем, наверное, сейчас. Хотя, давайте на ком-нибудь сейчас откроем. Так и быть. Чтоб... Вот, давайте на Тони откроем. Тоник, давай, иди сюда. Покажи мне X2 жетончики. Да, а то как-то будет обидно, если я сказала, этого не будет. А то... А почему капибар открывается, если я нажал на Тони? Спокойно, не бомбим, не бомбим, не бомбим. А что бомбить? Зачем бомбить, да? Это же зуба, да. Нажимаешь на одного, нажимается на второго. А че нет? Действительно, да. Действительно, ладно. Что было, то было. Давайте откроем золотой сундучок. Опа, X40. И... Опа, X80. Видали, да? Магия. Ну, как вы же понимаете, в игре сейчас такое... Оно появляется, и хорошо. Об этом только можно узнать вот. Когда оно появится. Красивенько. Ладно, я перезагружусь и откроем сообщение. Итак, ребятки, я перезагрузился. На всякий случай сделаем магазин, кое-что проверить. Угу. Не завезли. Ну и ладно. В общем, идем в сообщение. По поводу ивента, кстати, я еще не додушил его, поэтому немножко позже вы узнаете там результат того, сколько же там надо было очков. Но мое мнение такое, что разрабы это просто... Ну ладно, потом я его расскажу, свое мнение вот это вот. Вот, завезли нам подарочки за то, что мы... Как бы это сказать? За что? Ну, в общем, завезли подарочки там за поиски смайликов, за прокачку Макса. И... Ну вот. Еще что-то. Бонус типа за скин, я так понимаю. За то, что, ну, те, кто прошли фул собрали смайлы в гараже Макса, те получили скин и бонус к нему. Опять же, бонус вы сейчас увидите. Давайте начнем с самой такой незначительной наградки в виде 20 монет. Тысяч. Потом у нас идет за прокачку Макса бонус. Ага. 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 Кто-то что-то... А, это если ты достаешь скин, то тебе дополнительно дается бицуха. Подожди, я думал, что-то бицуха, что будет в верхнем сундучке. Ну, в верхней награде, а почему здесь? Ну, в общем, да. Такой вот момент. Это у нас за что? За то, что я получил скин на Макса. Мне дали бицуху. А здесь? Ну, давайте еще глянем. А, здесь смайлик за то, что у меня есть скин. Ну, короче, вот такие вот сложные сложности у разработчиков получаются, но... Да, модно, красиво, бицуха на максе. Лучше феромоны, конечно, дали, там бы они прям ух как сошли, но... К сожалению, феромонов не дали. Ну что ж, ребятки, отправляемся за Бобрика Куина. Точнее, Бобрика. За Капибару Куина, но у нас же Бер Бетти, да. Они, в принципе, с одного вроде семейства, там, этих... Грызунов вроде как. В общем, не суть. Понесло мне не в ту степь. Будем сейчас разваливать. Немножко, конечно, настроение разработчики подняли тем, что выдали наградки, тем, что дали вот бицуху за Макса. Ну, она там как бы и была, да. Тут ничего такого прям нету, блин. Моя команда, которая решила убежать почему-то сюда. Ну, ну вот что они сюда убежали? Ну, там же был снизу бот. Ну, хотя бы аптечку золотой скил. Ладно, тут, кстати, вот с гранаткой у нас пришел. Вот, тут еще золотая гранатка. А куда аптечка?
Хамелеон. Мы, вот посмотрите просто на этих челиков. Один пошел туда, другой пошел туда, третий пошел туда. Красавчики. Слов нету. Ладно. Мы здесь вроде плюс-минус играем нормально. Сейчас. По уровню только вот один хамелеон, 7 уровня у нас не очень. А остальные вроде более-менее нормально. Противников, кстати, нету. Не с кем драться, печальненько. Непонятно, с кем из этих интеллектуальных идти. Ага, вот и противнички. Ну, конечно же, это бежит. Как же весело гоняться. Ну, как же интересно, как же интересно. Ну, вот, вот, да. Немножко бесит это очень, даже не немножко, это очень сильно бесит. То, что постоянно приходится... Вот, кстати, что так мало урона? Почему я бака шот смог, а? Что за приколы? Я сильный копибар 14 уровня, где мой урон? Не завезли. Бывает. Опа, хамелеш попался. Ну, кстати, вот видели только что стана первобытного инстинкта. Кто-то там по нас бахает. Пингвинчик на набахал. Так, ну захилимся. Сейчас еще хамелеон будет, но вряд ли с него что-то годное будет. А не дробовик есть. Отлично. Там еще лук для ребят. Ну и теперь надо идти врываться на оставшихся. О, это та джейд, которая вот такой вот круг сделала, понимаете? Какая джейд молодец. Видно, что у нее была тактика, она ее придерживалась. Но тактика что-то не сработала. Какая-то тактика. Ладно. Мы сейчас должны затащить по-любому, потому что, ну, как бы, рейтинг надо апать. Да, планы у меня наполеоновские, как обычно, но из-за этого душнинского ивента я сейчас представляю, сколько я буду душиться в соло-боях. Мне этого вообще не хочется делать. Вообще не хочу этого делать, но придется. Я надеюсь, там хотя бы не 1000 будет на последнем этапе, потому что я до сих пор там еще не прошел этот момент. Если там будет около хотя бы 600 или... Вообще, в чем прикол? Первый ивент, да? Что там дали? Ну, вот первый ивент на годовщину, который был. Дали... Смайлик и изумрудный сундук, да? И за это... О, боже мой, с трубкой... Так, в общем, и за это нужно было отдать 300 очков, да? Ну, приемлемо. Можно было реально это сделать. Сейчас же за смайл, я думаю, затребуют 1000 очков. Ну, вот мне что-то так кажется. Хотя, по идее, должны затребовать там около 50. Как... Ну, вы посмотрите на него. Ну, вот как таким можно быть? Ну, вот как? Бросил свою команду, убежал, ничего не сделал. Они вот... Да, это игроки зубы. Просто нечего больше сказать. Давайте стеночки залутаем. У нас бачок умер. Нужно, конечно же... Да блин! Итак, ребятки, зубы решила резко закрыться. Это печально, но мы продолжаем. Я, кстати, не знаю. Я так понимаю, вряд ли мы взяли рейтинг. Мне кажется, было у меня 1130 было, вроде как. Ну, что есть, то есть. Бывает такое, да. Неожиданности... Ну это же зубы, да. Чего еще ожидаешь? Не победку же. Стараешься побеждать, потом зубы такая, бац, я закрываюсь. А твоя команда интеллектуально одаренных не может заточить одного бобра 14 уровня. Ну а чё? А чё им, да? Вовремя все, как всегда. Ну ладно, не будем расстраиваться, бывает. Не впервой. А чё ты, с каких пор ты не перепрыгиваешь? Ох уж этот бобер. Он такой, точнее, копибар. Бобер, копибар, ну вообще не важно. Кстати, заметьте, похоже на новую карту какую-то, да? Может, разрабы что-то уже мутят, и это спойлер небольшой. Что думаете? Было бы неплохо, но не верится в это мне очень сильно. Ну, вы знаете, разрабов зубы, в них верить очень сложно. Поэтому просто пока ждем, возможно, все-таки выпустят. Но не верите, вот эту карту уж переделали, да? Ну, я не имею в виду не про день рождения, а то, что было за переделка раньше. О, просто залагало на... А чё нет? Я прыгаю, оно залагало в этот момент. О, ну сейчас же жирафом гоняться, конечно, у которого скорость без ботинка, как у... больше, чем у Брюса с ботинком. А чё, нормально, да. Ой, ладно. Просто вот... Да, не будем об этом. Опять же, ботинок ему очень сильно помог победить в этом бою, скорее всего. Это очередной жираф, который думает, что в командных боях ботинок ему что-то поможет победить иногда. Ну как, ботинок-то поможет, но не жираф, это точно. Потому что жираф, он такой персонаж, если он... Ну, если команда его умрет, то и он умрет. Ну, ботинок ему позволил убежать, это было видно, потому что его команда, судя по всему, умерла. А почему она умерла? Потому что у него был ботинок. Видите, замкнутый круг какой. Я, конечно, не осуждаю этого всего, просто, ну, с рандомами. Если играть жирафом через ботинок, получается, что у вас не хватает сил
ну, вы не можете оказывать нормальную поддержку команде, потому что на жирафе, ну, лук прицеливаемый, копье прицеливаемое, граната тоже прицеливаемая. Плюс еще дальность, нужно еще больше, лучше целиться. И как бы в этом всем моменте еще использовать ботинок, ну, такое если. Если честно. Поэтому, опять же, смысла нам врываться туда нету. Я, кстати, могу в воду зайти похилиться, давайте это сделаем. Как бы воспользуемся невероятной пассивкой Капибары, давай. Капибар, работай! Ну, понимаю, понимаю. Сломали пассивку. Кстати, вот это слом пассивки уже вроде как недели две. Ну, я слышал, по крайней мере. Про это. Ну, видали, смог резнуть. Ну. Не очень мне нравится то, что сейчас происходит. Не очень, но выбора у нас особо небольшого нет. Ой, ладно, сейчас добьем этого. Красавца. Давай, на тебе стан. Ох уж это любители на краю зоны поиграть. Ну вот, заработает пассивка или нет? Она должна работать. Через 5 секунд после того, как она... Ну, не работает, а зачем? Так, нужно здесь добивать противника. На змее которого красивого. Так, захилимся еще раз дополнительно на всякий случай. Ну и последний ник остался, вроде как добиваем. Ну, опять странные бои какие-то. Прям люто странные. Там недосквад, тут недосквад. Все на краю зоны стараются драться, в общем. Все печальненько. Ну, что поделать, ребятки. Такие вот игроки, такие вот у них связи логические. Да, ну а мы бустимся. Это наше дело главное. Ну еще сейчас давайте один боец сыграем, надо бы... Да-да-да, золото... О, смотрите, вылезло, видали? Видали? Так и вылезло. Конечно, было бы красиво, если бы оно тут отображалось. Но чего нет, того нет. Ну, кстати, да, X3 золотая лихорадка сегодня еще запустилась. От разработчиков. Ну, об этом уже даже говорить нет смысла, потому что, ну, не по КД запускать. То X2, то X3, то сброс, да. Там даже перерывы иногда не делают. Хотя, кстати, вчера был скидончик. Да, вчера был скидончик на прокачку персонажа штук 7, от 7 до 10. Может даже до 12, плюс-минус. Ну там были не особо такие персонажи интересные для прокачки. И, ну там что интересное было, это то, что там был такой момент интересный. Блин, надо было пингвину дать, но вы понимаете, у нас Джейд в команде. Лучше бы я, там, если бы я не отдал, не забрал бы у Джейд, то она бы забрала. Точнее, если бы я не забрал пингвина, забрала бы Джейд. Но пингвин, видимо, ему без разницы, что лутать. Поэтому такие дела. Ну, нам нужно играть с командой. Делаем стан. Ох, гранатка. Ну, смотрите на эту гранатку, а. Ну вот, красивая же. Красивая. Еще с минимальной дистанцией. Жесть. Зацените косточка на акуле на 15 уровне. Как вам, а? На 15 уровне. Косточка на акуле 15 уровня. Нормально еще. Блин, я опять не туда нажимаю, да ё-моё. Как же я это делаю красиво. Так, надо отойти немножко от этих вот прекрасных урончиков, которые в меня залетают. Больно. Капец, как больно. Золотаем немножко аптечек. Пусть мне сейчас пингвины... Смотрите на него. Вот они, 15 уровни. Зубы. Элита. Все, теперь он фул хп, теперь он пойдет разваливать. Ой, да, ребятки, просто нет слов. Ну хотя бы от какого-то урона я смог прикошить. Блин, как же с этим жирафом тяжело. Надо бы похилиться, а то сейчас рандомный шот у меня залетит и будет мне... Почему лежит, жирафа не догоняет? Ну... У нас, кстати, 400 пингвинов, кажется, в команде есть. Это, наверное, то, что с акулом дружит, да? Косточка Любы. Ой, да, игроки в зубу. Каждый раз заходишь, каждый раз удивляешься, думаешь, когда же это закончится? Оно никогда не закончится, потому что это зуба. Либо 1600+, либо вот это вот. На 1100. Прекрасно, я считаю. Ну, конечно, против таких вот игроков играть легче, не поспоришь. Поэтому все ивенты я советую проходить только через абуз. Ну, выбора нету, такая игра, ребят. Либо вы абузите, либо страдаете. Опа. Почему на кролика скипе? Ну, потому что он более серьезный противник, хотя там тоже вроде было что-то неадекватное по сборке. Ну, вроде, кстати, есть такой момент очень интересный. Вчера использовал жесткий движ, вчера использовал. Был против меня, чтобы не обмануть, наверное, я был на 15-м никсе, против меня был 16-й Генри. Да, 16-й Генри с феромонами.
И как я сделал? Я на него прыгнул, получается, своим прекрасным... Кем я говорил? Я уже забыл. В общем, я кем-то на него прыгнул, персонажем своим. А, Никсом, вот. Я сейчас ивент проходил, точно. В общем, прыгнул на него Никсом, закинул на него феромон и все сделал красивенько. После этого тыкнул бочку. У меня было две бочки. Тыкнул бочку. Он использовал укус свой, сработали его феромоны, в бочку они не прошли. Он мне сбил бочку одну, потом сбил бочку еще одну, и потом я его добил. Это было настолько красиво, что вы не представляете. Ну вот, опять же, момент, как использовать бочки. Для чего? Есть два варианта. Блокировать урон, или всякие вот навыки, да, типа феромонов. И второй вариант, это просто неожиданная атака. Все. Больше других вариантов использовать бочку нет. Ну, как есть, но это уже не для адекватных игроков. Это для игроков, которые хотят себе поднять рейтинг на... Ну, они не могут по-другому. Да, такие вот дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Вот такие сегодня новости, да, от разработчиков Зубы. Ну и Копибарк прекрасный, красивый, модный, сильный, мощный, как... Не знаю что. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.